ворота и поворот, вот мимо медицинского пункта и сюда к эстраде, как раз куда подходит автобус, привозят родителей, у нас работников привозят. Дети здесь у нас через этот центр принимаются в лагерь. Поэтому это практически прием. Первый взгляд, когда дети заходят. Директор лагеря «Ласточка» Игорь Пешков рассказывает, как изменилась территория оздоровительного центра в этом году. К началу новой смены здесь провели частичный ремонт асфальтового покрытия. Где-то заделали ямы, где-то отремонтировали большие проблемные участки. Дорожки в лагере не ремонтировались много лет. И в нынешнем году это стало возможным благодаря социально ответственному бизнесу. Компания, кто занимается кормлением детей, ИП «Волкова» Наталья Юрьевна в лице руководителя этой компании Волкова Сергея Николаевича, провели нам в некоторых местах косметический, в некоторых местах капитальный ремонт дорожного покрытия. То есть, соответственно, возле пищеблока, возле столовой, также подъездная дорога отремонтировали, которая не ремонтировалась больше 10 лет, поэтому очень ощутимая помощь для нашего учреждения. Игорь Пешков рассказывает, что в первую смену заехали 260 детей. Сам лагерь рассчитан более чем на 500 отдыхающих, но пик популярности – это все-таки вторая смена. Но несмотря на такую разницу в количестве, в «Ласточке» всегда интересно. Все мероприятия, они что для 200 человек, что для 500 человек детей, у нас нет различий. Самое главное, чтобы дети были увлечены, также будут работать. 8 кружков, там кройки шитья, там музыкальные, танцевальные, спортивные, вот, тир будет работать. Поэтому все будем стараться, чтобы дети все были заинтересованы и их отдых был активным. В этом году увеличена стоимость питания детей. Раньше их кормили на 224 рубля в день, а сейчас на 300. В столовой работают 5 поваров и 4 кухонных работника. Питание обеспечивает представитель уже упомянутого социально ответственного бизнеса Сергей Волков. У нас овощи, фрукты, как обычно. На соник у нас кисломолочная продукция, это будет всегда. Выпечка каждый день у нас почти идет. Котлеты, шницеля, порционные сегодня курица отварная. Из второго любят они, это макароны, котлета. Курочку тоже хорошо ели сегодня, мы наблюдали. Иногда кажется, что в «Ласточке» побывали уже все балаковские дети. Но все равно в каждой смене находятся ребята, которые приезжают в лагерь впервые и сразу попадают в круговорот интересных событий, таких привычных для тех, кто бывает здесь постоянно. Я сюда приехала в первый раз и очень хорошее впечатление, хотя я тут нахожусь примерно несколько часов. Природа, свежий воздух. Очень круто. Вкусная еда, очень хороший воспитатель и очень милый вожатый. Столовая вообще шикарная, прям очень сильно нравится. Я сюда приехала, конечно, первый раз, но мне тут уже все понравилось. И площадка понравилась, и вообще сам весь лагерь очень хороший. Я тут второй раз, и тут асфальт поменяли, и мне очень нравится, потому что теперь по земле ходить комфортней. То, что нету больше никаких ям и препятствий, так скажем. Ну, здесь очень весело, да, и всякий раз, когда сюда приезжаешь, чувствуешь себя как дома. Друзей у меня очень много, отсюда конкретно. Я здесь был очень много раз, 10 раз сюда приезжал, это 10-й. И мне кажется, здесь становится все лучше и лучше, потому что появляются туалеты, дорожки, это чинят, вот. Очень все хорошо. Была в прошлом году в первую, в третью смену. И в этом году тоже буду так же. Мне очень нравится этот лагерь, очень классный. Природа, дубовые рощи. Здесь очень круто. Чтобы дети сказали, что в лагере круто, необходимо создавать для их отдыха комфортные условия. И это возможно благодаря совместной работе руководства «Ласточки» и предпринимателя, который ведет деятельность на территории оздоровительного центра, уделяя внимание не только своей работе, но и благоустройству всего лагеря.